Да, есть черно-зеленый просто. Кстати, если собрать четырехцветную корону с грифами и Hero of the People'ами, мне кажется, слишком часто, да. Пока я за сторонник обновлений где-нибудь раз в полгода, чтобы успеть поиграть, успеть его все собрать. С другой стороны, они могут так закидать обновлениями, чтобы люди, например, донатили побольше. За донат покупали и так далее. Но опять же, смотри, что, если тут вышел головоломка, а там выйдет дополнительная кампания, как Джека, да? То есть Джек вышел давно, соответственно, почему бы еще одну кампанию за 20 тысяч не запылить? Или зря там. Да, не учитывая, 20 тысяч не так уж много на самом деле. Я помню, я задолбался копить к выходу второго сета. Да, перед вторым сетом я вообще ничего не тратил. Ни драфты не играл, ничего. Просто все копил, копил и копил. Это пипец, конечно, было. Зато много накопил. То есть я когда вышел второй сет, у меня было что-то 60 тысяч голды и там почти 100 тысяч пыли. Это у меня бы, типа, готовился я, чтобы все накрафтить сразу и в драфты новые поиграть. Но нам тут вообще не раздается, поэтому вообще все опасно. Оставим один торчок, наверное. Я до сих пор не знаю, как эти... Не, хотя нормально, в принципе. У меня же первый сет много было, поэтому там что-то 94, что ли, тысячи было пыли где-то. Прям чему не улетели очень быстро. Скрафтил там этих несколько легендарок, и все. И у тебя уже ее пыли этой нету. Вот этой декой тоже может тут... Только вот без колера рарки. Отличная игра тоже, на самом деле. За 1 за 12 тысяч пыли, только вот 4 без колера. Все, больше ничего не надо для счастья. Оставим еще один торч. Вот который с этого TS Sports издалека. Колода последняя на втором месте. С последнего TS Sports турнира. Нет, торч надо оставлять, потому что сейчас будет скрим, и 2-5-5 мы с ним ничего не сделаем. Что-то у нас совсем медленные раздачи с вами здесь. Вообще ничего нету. Еще и ралька. Да, совсем печально. Давайте Сангуара поставим, какая разница. Пусть стоит. У нас сейчас просто по двоечке залетают. Тебя, по идее, этого не убьют. Назвать арпидшоты в него есть. Можно похиляться на крайний случай. Ну, у нас тут совсем все плохо сейчас. Ничего нету. А у него еще под Dark Return еще уже лежит Flying Charge один. У нас минус 2 торча. Угу. Правильно убивает, оставляет здесь War of Ever, чтобы убить потом. Я не знаю, в среднем где-то, мне кажется, 12-15 паков. Ну, сколько я играю, примерно из стальки выпадает по наблюдениям, плюс-минус. Мне кажется, 12-15 паков где-то так. Учитывая, что я в последнее время их просто оптом открываю, штук по 20, по 30. Что там, из 20, там, по 2 леги, в принципе. Как-нибудь в этом роде. Плохо, нам придется отдавать сюда. Пермафрост, это ужасно. Да, он не Ронин, Джито... Все вообще не то. Onward!
Он убивает нас на следующий ход? Убивает. Ну а что делать тогда? Все в атаку надо ходить. Все, мы ничего не сделаем. А у него еще какой-то fast spell, да, есть? Ладно. Слушай, минус одна хорошая. Ну ладно, если будет fast spell, то неважно. Пусть убивает. Ай. Ладно, слушай, а так мы еще можем отбиться. У нас есть блокер. По низу отдадим. Не знаю, раканы без доспеха. Любые. Нет, там нет, там, понимаешь, там не минимальное количество лек, там написано гарантированное. То есть, если там покупаешь пак, там гарантированно получаешь 3 леги. А если ты просто купишь там 30 бустеров, ты в среднем получишь 3 леги, но не факт. Просто там, там гарантия дается. Я вот сейчас накоплю 32 бустера, откроем, посмотрим. Обычно бывает. Ах, еще и рекурка. Ну любые, вон, Сиррина колода внизу там. Ну все, наверное, тут одна рекурка нас убьет. Хотя... Хотя... А мы, кстати, не убьем сейчас? Нет, не убьем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь плюс два на шесть. 7 плюс 2 на 6, 19, и плюс еще рапидшот, 23. Блин, была бы у нас одна манка, да, мы бы могли всем в атаку пойти, если он не заблокает, то просто 23 в один ход снести. Но, к сожалению, это не получится, нам одной манки не хватило. Сейчас ровно 23 атаки было, если бы он не блокал. А мне кажется, он бы не блокал. Ну нет, нам нельзя давать его убивать, он блокает Найтмара. Поэтому надо стараться. Если сейчас Найтмар выйдет, это сразу просто нас убивает он. Ну ладно, Death Strike. А Найтмара на 2, кстати, пока, да? То есть нам 4. А, левитейт? Даже без рекуринга. Ну ладно. Эх, жалко не было. Реально, мне кажется, он бы не блокал от всей этой мелочи. Не знаю даже. Да давай рисковать, какая разница. Типа такой, последний шанс. Вдруг он не поблокает? Поблокал. Хм, интересно. А хватит ли у нас? Прикинь бы не поблокал. Прикинь, если хватит. Как это сработало? Как он? Почему он 5-5 не поблокал? Блин, и он же убивал на следующий ход по воздуху и плюс кошмар. Почему он побоялся двух 5-5 своих отдать в блок?